Ребята, всем привет. Ну вот, я нашел фирму, ребята, нашел. Сейчас вам там внизу ссылочку дам. Там запчастюшки. Там так классно сайт у ребят оформлен. В Запорожье нормальная, наконец-то, фирма. Во-первых, дешевле все намного. То есть я там нашел на Prom.ua такой патрубок. 175 гривен. А здесь 133 гривны. И 133 гривны. Смотрите, что взял заодно. Помните, я нигде не мог найти трос сцепления. У них есть, ребята, у них все есть, ну практически все, ну и плюс можно заказать. И вот я не мог когда-то давно, менял выхлопную, а там еще перед выхлопной стоит резонатор, в курсе? Вот 300 гривен там с копейками что-то такое. Вот я взял, ребята, резонатор, а то там я старый взял, заварил тогда, и она, машина не стала громче ездить, чем когда мы ее покупали. Вот. А, глушитель я, кстати, менял уже в этой машине. Раз. За 14 лет раз один менял. И аккумулятор. И все, и больше ничего не менял. А, резину. Резину же еще покупал. Ну вот, теперь с ребятами подружусь. Там зарегистрировался на этом сайте. У них большой выбор. И мне понравилось, как сайт оформлен. Сейчас покажу вам. Так, ребятки, вот этот сайт их, смотрите. Росзап называется. Ну, ссылка внизу, еще раз говорю, будет в описании. И вот смотрите, как классно сделали. Вот нажимаешь. Вот многие сайты, блин, заходишь туда, поиск говняный, и, блин, ну не хочется там вообще торчать, и уходишь сразу. Но тут хочется остаться. То есть вот нажимаем ВАЗ, да? Какая это же ВАЗ, вы же не забыли? Это тоже ВАЗ. Смотрите, она тут на первом месте. Это радует вообще. Заходите сюда по марке машины. И здесь уже смотрите, как они классно все по полочкам разложили. То есть по кузову, по выхлопной системе, по тормозной системе. То есть надо мне что-то, какие-то запчасти, допустим, по движку там раз, клацнули, зашли. Вот. Крепление двигателя. Что нам взять еще на АКУ? Ремень. Может, ремень взять в запас? Ремень генератора. А у меня... есть уже в запасе, по-моему. А, еще знаете, что мне нравится? Они тут сделают, допустим, замена. То есть АК, она же сделана из отходов всяких восьмерок, Нивы, копейки. Короче, оставались запчасти из машин разные. Ну, они решили, думают, сделаем машину АК. Ну, кстати, смеюсь, но АК мне нравится, вообще классно. По бензину просто сказка. О, мне надо, значит, что... амортизатор Ланос, передний, вставка. То есть получается, с Ланоса вставка подходит. Видите, как они классно сделали. А, блин, нет. Вру. Это самое продаваемое здесь у них. А тут вот, допустим, еще раз заходим. Давайте, допустим, по... ну, по подвеске давайте посмотрим запчасти. Амортизаторы мне вот надо будет тоже уже... посматривать. То есть смотрите, вот мы видим болт, да, М12 на 60, регулировки развала, знаете, в передней стоит стойки, пожалуйста, 2108. То есть вы видите, это с 2108, с 2110 подходит. Таврия, пожалуйста, вот это все подходит в эту АКУ. То есть ребята четко здесь расписали, не пожалели времени. И вот, ну, приятно на таком сайте что-то заказывать. Вот амортизатор АК задний. То есть, видите, все-таки АК. Задний амортизатор не подходит с других машин. Видите? Хотя вот амортизатор АК передний. А, ну да, это что же, только один. То я ж перепутал, с Ланоса посмотрел. Блин, с работы придешь, уже мозги вообще. Мозг за мозг заходит. Ну, то есть, поняли, да? Вот такой неплохой сайт. Доставили, кстати, я наложкой выбирал, сейчас же много всякого обмана в интернете. Вот, поэтому наложкой берешь, а наложенный платеж немножко дороговато, как бы, за обратную доставку. У них нет, вот как они сделали, я так и не понял. Я только 63 гривны всего заплатил за доставку ко мне, и все. И вообще прекрасно. Вот я, кстати, на почте, ребята, зарегистрировался, теперь удобно. И додаток поставил в телефон. Очень удобно. Вот 68 гривен, пожалуйста, была доставка. И все.
6,25 килограмм, два места, ну место два, потому что резонатор вот этот был и коробочка с патрубком и трос. Так, ладно, идемте ставить. Фух, ребята, так, ставлю. Ставлю сегодня патрубок. Тут мамка заболела, блин. Машина нужна позарез. А то что-то ей плохо. Итак, значит, смотрите, вот, патрубок хотел. Блин, с работы прибежал. Все, забыл, что хотел. А, хомут вот этот, смотрите. Не, ну нормальный, да? Я думаю, не надо изолентой, да? Заматывать. Вот тут вот. Чтобы хомут не впился туда в резину. Хотя можно пару витков. Не помешает же. И это, ребята, смотрите. Там вот с завода какое-то синенькое такое было, как герметик. Ну, я считаю, не надо. Я помыл с мылом чистенький такой вчера этот патрубок. Ну, не надо, да? Ничего выдумывать с каким-то герметиком. Есть у меня там хороший. Ну, я так буду одевать. Все, в гараж переехал. Машина, видите, на улице дождик. Кс-кс, Буся. Кс-кс-кс-кс. Одноглазый. Кс-кс-кс-кс. Кутузов. Кс-кс. Так, все, забираю, ребята. Так, под крыло пока не ставлю, ребята. В общем, все отлично. Все стало так. Защиту только поставлю. И послежу, как оно себя будет здесь чувствовать. Этот патрубок. Тут немножко как бы ручничком. Трос ручничка. Как бы поджимает. Ну, так и было с завода. И та резинка была так. Как-то так не очень. И вот это вот, почему я не буду закрывать. Времени нет, поезжу немножко. А потом надо будет разобрать. Еще вот этой фирме заказать у ребят шплинты новые. Подшипники разобрать. Тут люфтик есть. Все промыть. Смазочки туда загнать. Я летал 24. Вот. Я такую операцию делаю практически раз в два года. Разбираю вот это все. И что-то ручник у меня перестал держать. Надо будет раскрыть, настроить. Вот такие дела, ребята. Так, поезжу, посмотрим. Так, вроде бы дальше сидела как-то горловина. Странно. Ну да ладно, это не страшно. Ну вот, ребята, в принципе, на этом все. Смотрите, заходите на эту фирму. Я делаю рекламу просто от чистого сердца. Им и без денег, без ничего. Просто молодцы. Сайтик понравился мне, как оформили. Все удобно. Единственное, там, может быть, мало у них немножко марок машин. Ну, я думаю, буду добавлять постепенно, правильно? Блин, какой у меня бардак, ребята, в гараже опять. Мопед разобран. Не мопед, запасной двигатель собираю. Короче, какой-то дурдом с этой работой. А ничего, скоро все безработные будем. Будет время собирать станочек. Станочек, ребята, я же купил новые резцы. Смотрите, какие классные. Но их надо подточить. Они не влазят в этот резцедержатель. Вот, как-нибудь время будет. Бесплатные отпуска у нас поотправляют скоро. Металл никому нахрен не нужен, я так понял. Но на все заводы встанут. И вот тогда, скажите, и тогда мы с вами займемся. Там, кстати, ребята, нашел станочек, продается фрезерный, тоже вот такой школьный, НГШ 110, по-моему, за 10 тысяч гривен. Но это дорого, 1000 за 8 можно было бы взять. Ой, ладно, ребята, все, всем пока. Блин, ребята, еще по молодости покупал вот такой ключ динамометрический. И честно, ни разу не пользовался, вообще ни разу. Так, надо начать им пользоваться. Тем более, скоро будет движок на скутере японском. Японецкий скутер. Там надо все по динамометрическому ключу делать. Чтобы я не сорвал нахрен там болты все. Поэтому сейчас с Андрюхой потренируемся. Взяли головочку на 19. И попробуем сейчас найти в интернете, с какой затяжкой надо в ОКЕ. Да, ну, в ОКЕ, наверное, точно так же, как и в Жигулях. Какая разница. Ладно, все, ребята, всем пока. Блин, никак не распрощаюсь с вами. Так, получается, в ньютон-метрах, вот нижняя шкала, нам надо среднее значение 80.
Ну вот по красной шкале это 8. Вот это что, МКР? Ребята, напишите в комментариях. Почему здесь 7-0, здесь 7, здесь 200, здесь 20. То есть это ньютон-метры, видите, НМ. А это что, МКР? Хрен его знает. Ну, короче, нам надо до 8 дотянуть, да? Так, а ну пробуем. Я ни разу в жизни им не пользовался. А ну, сколько я сейчас затяну? Ого! Я так никогда не тяну сильно. Хотя не тяну. Ну тут еще не забывайте, какой вороток, ни хрена себе. Что-то дофига эта затяжка такая. Хотя да, такая. В Жигулях. Фига себе. Фига себе, ребята. До 70 кое-как. Да блин, я аж так гайки посрываю свои. А вот это я когда-то был на станции, колесо мне меняли. Так я после ихнего воздушного вот того еле открутил гайки. И падлы испортили мне все. Нахрена так сильно? Андрюх, видно, семерка, да? Вот до восьмерочки, все. Ну, в принципе, наверное, да. А ну, сейчас я проверю тем ключиком. Так, а ну, как я вот тяну, я же вспомню. Ого, я так не затягивал сильно, и было все нормально. И помните, я ездил в Тамаковку, 500 килограмм вез пшеницы. Да, блин, я меньше закручиваю. Ну ладно, будем все как по паспорту, ё-моё. Что мы, вообще уже что ли тупые? Ладно, будем, да, семерочку хотя бы вот так тянуть. Все нормально. Ну ладно, все.